Всем привет, мои дорогие! Давайте сегодня приготовим очень нежные и вкусные кабачки, которые просто тают во рту. Кабачки я почистила, убрала семена, нарезаем небольшими дольками. Если кабачки молодые, то чистить их не нужно. Далее обжарим кабачки на сковородочке с растительным маслом. На среднем огне, периодически помешивая, примерно 8-10 минут до золотистого цвета. Пока обжариваются кабачки, подготовим соус. В миску отправляем 2 столовые ложки соевого соуса, 1 чайную ложку паприки, 2-3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Все хорошо перемешиваем и отправляем к кабачкам. Обжарим все вместе примерно 2 минутки. И вот такие очень вкусные и нежные кабачки уже на вашем столе. Перед подачей посыпаем обжаренным кунжутом. Всем приятного аппетита! Обязательно подписывайтесь на мой канал. Со мной просто и вкусно!